формула для t второго. На самом деле, если понять, как получается формула для t второго, то дальше мы и для t третьего, и так далее, если надо, все получим. У нас есть закон рекуррентный, который выражает t второе от n через предыдущее значение. Согласны? Давайте, давайте вспоминать. Вот здесь вот у нас были такие формулы. Итак, в общем виде. T второе от n. Когда я беру произведение по 2, что будет? А t второе от n минус 1? Правильно. T второе от n минус 1. То есть когда все множители не превосходят t минус 1. Плюс что? N, но это t первое от n минус 1. Правильно. Т первое от n минус 1 и еще надо умножить на n. Но ведь мы с вами, смотрите, мы, конечно, t второе от n минус 1 не знаем, и наш цель, собственно, узнать. А вот t первое от n минус 1 мы знаем. Т первое от n это n умножить на n минус 1 пополам. Если мы ставим n минус 1 умножить на n и пополам. Мы с вами получили совершенно замечательную задачу. Т второе в этой единице это, конечно, 0. А вычисляется оно следующим образом. Т второе от n минус т второе от n минус 1 это есть n квадрат умножить на n минус 1 и пополам. Что же у нас за задача? Есть многочлен, смотрите внимание, есть многочлен, который в точке 1 равен 0, и разность его соседних значений вычисляется вот такой формой. Как вы думаете, какой степени будет этот многочлен? Чтобы разность в соседних значениях была бы многочленом третьей степени. Когда берешь многочлен третьей степени, берешь соседнюю точку, отличающуюся на единице, вычитаешь, то третья степень исчезнет. Поэтому ни в коем случае он не будет многочлен третьей степени. Этот многочлен будет обязательно четвертой степени. Вообще принцип такой. Когда берешь многочлен какой-то степени и берешь в соседних точках значения, то разность будет на единицу меньшей степени. Соответственно, мы с вами сейчас должны решить такую замечательную задачу. Понять, как же записать многочлен. Давайте я для абсолютной ясности сделаю так. Все-таки выпишу именно для этого многочлена значение в наших точках. А что это такое минус 2? Какой может быть смысл, если минус 2 не натуральное число? Ответ. А многочлен, он определен вообще для любого n. Для целого, для дробного, для любого. Я специально хочу вас подразнить, показать эти значения тоже, да? Вот, здесь я выпишу значение t второго, а вот здесь очень важная штука. Это вот выражение n куб минус n квадрат пополам. И мы с вами поймем, что это за таблица. Поехали. T второе от единицы это 0. Так, чувствуете мне оттуда? От двух это сколько? 2 от 3. 11 от 4. 35 от 5. Хорошо. Так, теперь n куб минус n квадрат пополам, я сам посчитаю. 8 минус 4 пополам это 2. 27 минус 9 пополам это 9. 64 минус 16 пополам. Кто знает? 64 минус 16 пополам. 24, конечно. 125 минус 25 пополам. 50.
50. Замечательно. Кто понимает, как в таблице вот эта закономерность проявляется? Вот здесь вот написано, разность соседних значений – это вот такое число. Что это значит в таблице? Вот 11 минус 2 – это сколько? 9. Это 9. 35 минус 11 – это 24. 85 минус 30 – 50. Так, так давайте я здесь продлю. Когда минус 1 берешь, минус 1, минус 1 пополам, будет минус 1. Когда берешь минус 2, минус 8, минус 4 пополам, это будет минус 6. Отлично. Господа, какое число надо написать здесь, чтобы разность этих двух чисел равнялась бы нулю? Ноль. Ноль. Хорошо. Какое число надо здесь написать, чтобы разность этих чисел равнялась бы нулю? Ноль. Ноль. Какое число надо здесь написать, чтобы разность этих чисел равнялась бы минус одному? Единица. Здесь надо написать 1. Между прочим, точно так же можно продлить до бесконечности и налево, и направо. И вот теперь возникает задача. Придумайте многочлен четвертой степени, который обладает такими свойствами. В точках минус 2, минус 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 он принимает вот те вот значения. 1, 0, 0, 0, 2, 11, 35, 85. Что значит многочлен в точке 0 принимает значение 0? Делится на x. Делится на n. Делится на n. А что значит, что в точке 1 принимает значение 0? Делится на n минус 1. А что значит, что в точке минус 1 принимает значение 0? Делится на n плюс 1. Так. Значит, многочлен t второе это не просто случайный коэффициент. Нет. Смотрите, t второе это n плюс 1, это для того, чтобы здесь был 0, умножить на n, умножить на n минус 1. Так, и еще на многочлен какой степени? Первый. Всего четвертой степени, а 3 мы уже написали. Какой остался многочлен? Первой степени. Первой степени. Сколько-то n плюс сколько-то. Господа, все совсем просто. Я беру, и вот в это равенство вместо n подставляю число 2. Смотрите, значение должно получиться двойка. А когда я сюда двойку подставлю, что у меня будет? 3 умножить на 2 умножить на 1. Это сколько? 6 умножить на 2а плюс b. Отлично. Ну, дальше как хотите. Можете минус двойку подставлять, можете 0. Дайте минус двойку подставлю. Минус двойку, если подставлю. Здесь будет минус эти умножить на минус, это будет 2. Да? Умножить на минус 3, это будет минус 6. Так, значит, для минус 2 должна быть единица, поэтому это будет минус 6 умножить на минус 2а плюс b. Так, господа, это 6 записываем в систему уравнений и ее решаем. 2а плюс b 1 треть. Минус 2а плюс b это минус 1 шестая. Как просто решить это уравнение? Сложить. Получится 2b это 1 треть минус 1 шестая. Так, 1 треть это вообще 2 шестая, 2 шестая минус 1 шестая это 1 шестая. B это 1 двенадцатая. B 1 двенадцатая. Теперь представляю верхнее. Получается 2А плюс 1 двенадцатая это 1 треть. Ну, сами понимаете, 1 треть это 4 двенадцатых. 4 двенадцатых минус 1 двенадцатая, 3 двенадцатых, то есть 1 четвертая. Значит, 2А это 1 четвертая.
А это 1 восьмая. Но на самом деле мне не так уж важно, что там за числа получаются, потому что мне, если понимаете, принципиально важно было объяснить вам идею, то, как все это работает, а конкретное вычисление не так уж и интересно. Но, с другой стороны, уж если посчитали, то давайте ответ напишем. То есть, итак, n минус 1 – это 1 умножитель, n – это 2 умножитель, n плюс 1 – это еще 1 умножитель, да? Так, это у меня все, я бы переписал оттуда. И еще a n плюс b. 1 восьмая n плюс 1 двенадцатая. Давайте сделаем так. Просто я внизу напишу 24, и, соответственно, здесь напишу 3n плюс 2. А теперь проверка. Подставим число 6, должно получиться число 175. 24 сокращается с 6, и здесь вот с 20, да, оставшись с 4 сокращается. Теперь смотрим. 25 умножить на 7. Действительно 175. Ну хорошо, еще проверку сделаем. Давайте подставим число 5. Тогда должно получиться 85. Это 4 на 5 на 6. Здесь будет 17. Опять делим на 24. Ну как, 6, 4 и 24 сокращаются. 5 на 17, 85. А здесь получилось. В общем, господа, ровно тем же способом, как я сейчас делаю, разумеется, можно получить формулу для третьего, четвертого, пятого. И интересно было объяснить вам общую идею, а не упражняться в конкретном счете. Там все время получается многочлен степени 2k. То есть вот t2 это многочлен четвертой степени, t3 это будет многочлен шестой степени, t4 восьмой, t5 десятый и так далее.